на съемку, конечно, но я всегда беру с собой транспондер, который я еще покупал давно-давно. Езжу по нему. И как-то никогда не обращал внимания, почему так много машин стоит. Вот сегодня я обратил внимание. На платном участке, пункте взимания платы перед Рогачевкой, из кучи дорог, полос для проезда, всего лишь две за наличку. Всего лишь две за наличку. Ну или по карте. Все остальные по этому транспондеру, который сейчас там стоит от 6 тысяч до по акции, а так 7-8 тысяч. То есть купите транспондер, чтобы не стоять в пробке. На платной дороге, да, класс вообще. Ты платишь деньги за платную дорогу, еще стоишь в пробке. А еще, чтобы не стоять в пробке, еще заплати деньги. Ты, ну, как бы Росатадор, а ты не оборзил вообще в конец? Ну, блин, обалдеть. Ну, ты платишь за дорогу, еще и платишь, чтобы в пробке не стоять. Ну, ничего, не можете побольше открыть кассы, здесь люди сидят, где, ну, принимают, если люди не хотят за 7 тысяч покупать этот транспондер, будь он не ладен. Росатадор, вы отжигаете, красавцы. Интересно, вот транспондер они заставляют купить, ну, вы посмотрите, вот, две полосы из всех, это только за наличку, ну, или по карте, две полосы из всех. То есть, пожалуйста, покупайте транспондер за 7 тысяч, чтобы не стоять пробки. Чтобы Росавтодору, охреневшему, это без того зажравшемуся, было хорошо.